Нож есть? Нож есть, я спрашиваю. Если есть, то выкинь. У меня нет ножа. Обыскивай. Нет. Веришь? Веру. А зря. Значит, правило такое. Бьем по очереди, до вырубона. По яйцам не бить. Ну, ладно. Кто первый? Ладно, я. А я тебя по-русски! Я тебя... На здоровечко. Добавочки. Что? Я говорю, добавочки. Добавочки? О, когда я был маленький мальчик, моя бабушка также спрашивала, добавочки. Потом я забил это слово. И вот теперь вы мне его напомнили. Добавочки. Так добавочки? О, нет, 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 это очень много, тетя Пава. Я не ем так много. И машина вроде твоя. Слушай, сосед, у меня, похоже, аккумулятор накрылся. Может, подцепишь? Да ты не торопись. Аня. Слышь, не торопись. Я подожду. Я люблю тебя. Уедем ты отсюда. Я знаю вас, мама. Чудесная женщина. Учительница. Мы заберем ее с собой. А Гена? Он очень интересный. Необычный человек. Но он недостоин вас. А вы? Я? Да, вы. Я тоже недостоин. Я тоже хороший. То есть, так же не очень хороший, но не плохой. То есть, не очень плохой, не знаю. Я правильно говорю? Все правильно. О, come on! Тетя Пава. Здравствуй, Анечка. Здравствуйте. Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. Не будем мы старых речей. И наши жены будут старых речов. Когда я ехал сюда, я не знал. Конечно, не знал. Но чувствовал, что здесь что-то я встречу. Я всегда мечтал встретить русскую девушку. Не потому, что я сам русский. Но потому, что я знал. Я знаю, что русские женщины лучше в мире. Mm-hmm. Они самые ласковые, самые бескорыстные, mm-hmm. и самые сильные.